אנחנו אז דיברנו מיוחנן על חיים של שמעון. Я говорил неделю назад о жизни Петра. ואז אנחנו דיברנו על האמוציות. И я разговаривал о тех эмоциях, которые сопровождают нас. דיברנו על פחד. И говорил о страхе. ואז היום אנחנו נמשיך לדבר על רוח הקודש. И сейчас я хочу продолжить говорить о Святом Духе. אבל אני כן רוצה להזכיר מה הנושא. И я хочу сейчас напомнить тему. אנחנו דיברנו ששימון הוא נתן הרבה הבטחות לישוע. Мы помним, как Петр, когда его спросил, он дал очень много обетов или обещаний. הוא היה מוכן למות בשביל ישוע. И когда во время последней вечери он даже сказал, куда ты, туда я, за тебя готов умереть. הוא התהלך ביחד עם ישוע הרבה זמן, 3 שנים. И к этому моменту Петр, он был с ישוע уже 3 года подряд. אז מה שאמרתי שגם אנחנו עושים דברים דומים. И я говорил, что очень часто мы как люди тоже делаем подобные вещи. בתחילת האמונה אנחנו נותנים הרבה הבטחות ועושים הרבה מעשים. Когда у нас что-то разогревается, мы вдруг начинаем давать Богу очень много обетов, клятв. אני לא יכול להגיד שאין בזה רוח הקודש בכלל. И я не хочу сказать, что в этом совершенно нету Божьего духа, когда мы свои обеты даем Господу. אבל מה שיש הרבה זה אמוציות שלנו. Но очень многого из того, что мы есть, подобно как это было в жизни Петра, это был просто эмоция. הרוב זה אמוציות. Очень часто большинство это эмоции. ואז מהר מאוד ראינו את שלב אחר בחיים שלו. И мы видели в жизни Петра очень быстро наступил другой период. כשהוא התחיל לפחד. Когда его стали спрашивать, а не ты ли был с ним? И он стал тут же отнекиваться, бояться. ואני אפילו רוצה לקרוא מלוקס. И я не хочу сейчас открывать, но в Евангелии, давай почитаем из Луки. Лукас, я читаю Лука, 22 глава, 60 стих. «Послушай, я не знаю, о чем ты говоришь, — возразил Петр. И когда он это говорил, запел петух. Господь, обернувшись, посмотрел на Петра, и Петр вспомнил слова Господа, которые тот сказал ему: «Еще не пропоет сегодня петух, как ты 3 раза от меня отречешься». И, выйдя со двора, Петр горько заплакал. Они Карати и Лукас и Срымвештайн, Шишим, Шишим, Веха, Шишим, Вештайн. אז מה שאנחנו רואים, זה ששימון אמר, אני לא מכיר אותו. Мы вдруг увидим, как все в Петре перевернулось, и он тут же отрекся, я его не знаю. ואני אמרתי שהדבר הזה, בוא נגיד ככה, החטא או מעשה ששימון עשה. И то, что Петр сделал, вот это отречение. הוא פשוט לא הסכים להכריז על עצמו מי הוא באמת. Он побоялся в этот момент провозгласить о себе то, кем он действительно был, ученик Иешуа. כי אם הוא באמת תלמיד של Иешуа, אז הוא היה צריך להגיד כן, זה אני. Если он действительно ученик Иешуа, он должен был не побояться сказать: «Да, я был с ним». ואז אמרתי שהעקרונות שיש לנו, כשאנחנו נעשינו מאמינים. И я хочу сказать, что когда мы стали верующими людьми, אז העקרונות שקיבלנו עם האמונה הזאת, определенные принципы, которые мы приняли с нашей верой, אז הם מגדירים אותנו מי אנחנו. Они определяют, кем мы являемся. ואז אם אנחנו שוברים את העקרונות האלה. И если мы нарушаем те принципы, к которым мы привязались. אז אנחנו בעצם עושים אותו דבר, מה ששימון עשה. То мы, по сути, делаем то же самое, что Петр сделал там. אז אני אזכיר לכם עוד פעם את הדוגמה. Я еще раз напомню пример. לדוגמה, אם אתה באמונה שלך הולך, ואתה אומר, חשוב לי מאוד לחגוג שבת. Допустим, в своей вере, я поясню, что такое принципы, которые мы приобрели. Допустим, кто-то приобрел четкий принцип: мне важен праздник Шаббат, я хочу праздновать Шаббат. Потому что ты вдруг помнишь, я вижу, что это та заповедь, которая во всех священных писаниях очень четко понимается. И ты также видишь важный момент, тоже как заповедь, важно молиться. И еще это полень. И ты видишь, как Иешуа сам молился, и ты хочешь соответствовать его ученичеству, быть его учеником и молиться. Восталсет зе йом йом бахаим шелха. И день за днем ты делаешь такие вещи в своей жизни. Бебайт шелха. В своем доме. Абал аф эхад ахер ло роэ зе. Но никто внешне этого не видит. Вас питом изманта хаверим, ло маминим. И вдруг какой-то день ты призываешь, зовешь себе на каббалат шаббат людей. וכרגיל, и это неверующие люди. וכרגיל, אתה, כביכול, צריך להתפלל, כמו שאתה עושה כל יום. И ты
как бы должен, садясь за стол, помолиться своим обычным образом, но... Потому что это то, что определяет твою сущность, твою веру. Ты вот с этим пошел. Но в этот момент вот сидят возле тебя эти неверующие люди, и ты в какой-то момент начинаешь... Там маргиш инохут. Вдруг чувствуешь себя не очень удобно, стесняешься. Вастаумер, то вани ватера пам. И тогда ты говоришь, ладно, сейчас я... Лой крешум давар, они ватер. Ничего не случится, я не сделаю. Кем гамгаха лё макерим, что они усеют. Они, да, по-любому не знают, что я это делаю. Васталюмит палель, а там мамших лехоль, ледабер, ваколь то бы яфе. И ты как бы продолжаешь кушать, пить с ними, есть, веселиться. А вальпо беглаль буша шаварта этой коронозы. Но тут из-за своего страха, из-за своего стеснения, стыда, ты нарушил один из своих принципов. Векшани шальти, аин бемет Шимон богат бы Иешуа. И когда я спросил, как вы считаете, действительно ли Петр предал Иешуа? Кульхем амартем кену богат. Все вы сказали да. Забедюк машанахну усим. Я хочу сказать, что большинство из нас делает то же самое. Кшанахну митбайшим. Когда мы начинаем пребывать в стыде. ולא רוצים להכריז על עצמנו מי אנחנו. И не хотим провозгласить о себе, кем мы являемся. Потом אנחנו משנים משהו. И мы начинаем где-то уменьшать с той или с другой стороны. אז אנחנו בוגדים. Мы начинаем предавать. ואז אני רוצה שאנחנו נסתכל באמת מה קרה עם שמעון אחרי זה. Я хочу начать читать и показать вам, что случилось дальше с Петром. ופה מאוד חשוב להבין משהו. Важно понять. כשאתה עושה את הדבר הזה. Когда ты предаешь. Есть בלב שלך כמה כיוונים, вот, משהו שאתה מרגיש, כמה הרגשות. В твоем сердце возникает несколько разных чувств, которые ты чувствуешь, разобраться надо. או שאתה לא מרגיש שום דבר. Возможно, ты вообще ничего не почувствовал. Ну, изменил своим принципом и изменил. אתה לא מרגיש כלום. И ты ничего не почувствовал. למחרת אתה עושה אותו דבר עם במקרה אחר. И завтра ты делаешь то же самое, только в другой комбинации. В этот момент маргиш клюв. И опять ты ничего не почувствовал. Аспонеру цели агидлахем хевры. Я хочу сказать что-то. Так шиву тов-тов. Я хочу сказать, чтобы вы подумали о себе. А им атем бэмэт маэминим. Действительно ли вы являетесь учениками Иешуа? А им атем бэмэт элю. И действительно являетесь ли вы теми, кто провозгласил о себе, я буду идти за тобою, я твой ученик, Господь Иешуа. Ким аталё маргиш? Шум давар, машу шемаид алеха. Потому что если ты не чувствуешь ничего, чтобы свидетельствовало внешне делами, обличало. Та ло маргиш, аси та машу ло нахон. Если ты чувствуешь, что тебя ничего не обличает, аз ешь бая. Значит, в твоей совести есть проблема. Так шиву то, ва им атем маминим, а им бемет атем олхим ахаре Элоим. Поэтому взвесьте это и посмотрите, насколько каждый из вас является верующим человеком. Ки они батох, ше зе коре. В нас иногда случаются подобные вещи, нам нужно исправиться. Ве ше нашим ше шоврим аль ямин ве смол этой кронота. Есть люди, которые только вот в собрании являются верующими. Направо и налево они нарушают принципы. Ве им ля маргешим. Верующего человека они даже не чувствуют. А зе мацби аль машу. Это показывает на что. Зе мацби аулай аль зе ше ло нуладну мехадаш. Это показывает, что может быть не родились свыше или еще чего-то не понимали. А зе ше ур решен, мот хашу. Очень важный урок. Тевдеку, а им еш это аргаша. Проверьте, есть ли у вас это чувство. Им есть это аргаша, за шалавшини. А если у вас есть, да, чувство, что вы чувствуете некомфортабельность из-за того, что не сделали что-то, что бы соответствовало вашим принципам. И я просто поясню в двух словах, что в этот момент вы обычно чувствуете. כי אתה מתחיל להילחם עם עצמך. Ты в этот момент начинаешь сам с собой бороться. Сделать, לעשות ככה או לעשות ככה. Здесь поступить так или поступить иначе. האם לפתוח את הפה ולהתפלל או להגיד משהו או שלשתוק. Открыть свой рот, уста, помолиться или промолчать. Ты, а внутри у тебя борьба. במקרה הזה יש תמיד איזשהו מלחמה. И у тебя всегда внутри есть какая-то борьба. ואז או שצד אחד מנצח, או שצד שני מנצח. Тогда или одно или другое из твоего внутреннего побеждает. או שאתה עושה את מה שעשית כל הזמן, או שאתה שובר. Или ты нарушаешь то, что ты делаешь постоянно, или ты или исполняешь. אבל אז כששברת את זה. Но когда ты нарушил то или другое из тех принципов. אז אתה מרגיש אשמה. Ты чувствуешь в себе осуждение, стыд. ואנחנו שרנו שיר אחרון היום, שאלוהים נותן לנו חסד.
ולקח את האשמה שלנו. На последнюю песню, которую мы пели сегодня, ее слова были такими: ты спас меня и оправдал, освободил от стыда. Ашма. Обвинение. Ашма и горемет лекам отварим. Стыд или осуждение, с которым многие люди ходят безостановочно, оно влияет на некоторые вещи в нас. Давай решим, заехали обили дикаон. Первое, она может привести к депрессии. Дикаон мод хазак, ва никах это кицуниют, ва явилахем дугма. Депрессию очень сильную, я покажу нечто из Писания, немножко крайнее, но такое случилось. Иуда, шея им Ишуа. И был такой ученик, один из учеников Ишуа, Иуда. Веугам багат ба Ишуа. И он по-другому, но тоже предал. За я машу мод доме. Ишуа. И это было похоже в определенной мере. Веугам багат. Он тоже предал Господа. Мы видим, что случилось с ним дальше. Написано, и раскаялся в том, что сделал. Он понял, что он предал невинного. И он понял, что это очень плохо. Но та депрессия, которая просто накрыла его, то разочарование, вот ашма, стыд, осуждение, которое он получил на себя. Итгабра веолах вейтабэд. Написано, она сломала, и он пошел и удавился, повесился. Самовили дикаон, яхоля вили дикаон мой хазан. Стыд или вот это самоосуждение, они могут, если мы неправильно с ними занимаемся, они могут принести депрессию и плохие последствия. Ашма азот, яхоля лясот. Но что еще может сделать вот такая вот вина, осуждение, стыд? За яхоля симутха бецророт. Это может сковать тебя. А там мамших лихьот. Ты как бы живешь. ואני בטוח שיש פה לא מעט אנשים כאלה. И я уверен, что среди нас есть немало людей. אתה ממשיך לחיות. Ты как бы живешь, все нормально. אבל אתה לא יכול להתפתח. Но что-то тебя сжимает, и ты не можешь раскрыться. אתה לא יכול לעשות את מה שעשית ב-100%. Ты не можешь раскрыться и чего-то делать на 100%, что-то сжимает. כי אותה אשמה גורמת לך להיות כזה קטן ומקורץ. Потому что этот стыд, он сжимает тебя, и ты ходишь такой весь сдавленный. ואתם יודעים, יש אשמה שונה. Есть разные виды осуждения. Есть машу, что за пними. Есть что-то внутреннее, которое там внутри поселяется в нас. Что мэрэ, че аф эхат хуц мимха лё эдэ. Никто не видит этого, никто не знает. Ты живешь с этим, ты знаешь, чего-то не так. Я вот здесь вот чему-то не соответствую. Асита эзэ шухэт нора. Ты сделал какой-то грех. Шаварта эта икроночилха. Ты чувствуешь, что ты приступил к какие-то принципы. Вула это ройки иля. Может, ты был пастор или неважно кто. Может, был какой-то служитель. Может, стоял в позиции. Или неважно, может, был просто человеком. Но ты совершил какой-то грех. И ты внутри себя знаешь, что ты совершил что-то невероятно плохое. Но ты не можешь с этого вырваться. И это тебя жрет и съедает. יש פה מישהו שמכיר מצב כזה בחיים? Я уверен, что здесь שאוכל אותך מבפנים, которые чувствуют себе такое, что тебя съедает. ואתה לא יכול להתפתח. И ты ничего не можешь с ним сделать. אבל יש אשמה מסוג אחר. Есть другой вид обвинения. כשאתה עשית משהו, וכולם ראו את זה. Все видели, ты сделал что-то, все видели это. ועכשיו אתה מרגיש אשם. И ты чувствуешь виновен. וכשאתה מסתכל בעיניים של מישהו אחר. И ты смотришь, ты пребываешь среди этих людей, и тебя прямо их глаза съедают. ואז אתה מרגיש את האשמה מחדש ומחדש. И тогда ты каждый раз среди этих людей вспоминаешь то, что было сделано не так. מה קרה עם שמעון? Что случилось с Петром? הוא היה שם, לא לבד. Там он не один был. יוחנן היה איתו. И с ним был Иоанн. וכל מה שאנחנו קוראים, זאת אומרת, כנראה גם אחרים ידעו. И то, о чем мы читаем, по всей видимости, все те ученики, которые были с Иешуа, они знали все, что там случилось. איך הוא יכול להתמודד עם זה? Как Петр мог противостать всему вот этому состоянию вины, написано? מה הוא הרגיש, כשהחברים שלו, תלמידים של Иешуа, הסתכלו עליו? Что он чувствовал, когда при встрече те ребята, с которыми он вместе ходил за Иешуа 3 года, смотрели на него, типа, ты
Тогда вся в грудь била. Тут... Ашма азот хазра вы хазра. Вы можете представить, эмоционально обвинение возвращалось и возвращалось и возвращалось к нему. Вас бен адам гам казе мекувац. И вот Петр сжимается от всего этого. Нахну роим, шо уквар ле олех ласот машу гадоль. И последующие стихи мы не читаем, что он там ходит по площадям. Еш пахат. И как будто что-то сжало его. Еш пахат гадоль бифним. У него страх внутри. Ле рак эцло ле гам эцель тальмидим, им йошвим кулям бехедер сабур. И написано, все остальные ученики, они также... Короче говоря, на всех это повлияло, что они все сидели в комнате, боялись выйти наружу. Еш пахад. Страх. Ваза пахад азе. Арбе паамим. Зо баях и гдоля. И вот такой вот страх, это, наверное, самая большая проблема. Вело пахад рагил. Это необычный страх. Они хошев, что айом, а баях и гдоля, зе пахад хеврати. Страх перед обществом. Это сегодня... Наверное, самая большая они наша проблема. Ваня машпи анколи хад миши немца по вайо немца. И я уверен, что на многих из нас вот это вот страх влияет. Бывадаут они холя гид алькулям. На всех влияет. Ки хашув лану, эх они ираэ бэйнэй, бэйнаем шеляхарим. Потому что очень часто мы думаем, как внешний мир нас видит. Что они думают о нас? Коль давар ши они асэ. Мау яхшовала. Всякую вещь, которую я делаю, что они подумают обо мне? Коль маасе ойт нагучили, мау яхшовала. Всякую вещь, которую я делаю, что будут думать про меня? Эх они не ре, ма яхшеву алай. Что подумают? Как я буду смотреться? В этом юдим они рейти пам серет эхан, аль Франциско Кадош. Я смотрел фильм про одного из таких известных католических святых Франциск. Ве машу уаса шам зе бейнаем чель бен адам рагель нира машу метураф легамри. То, что он там сделал в глазах обыденного человека, простого человека, было просто сумасшествие. Миши раца лалехет ахарав, влиот тальмид шело. Все те, кто хотели пойти присоединиться к Франциску и быть его соучениками. Там было два друга, которые на каком-то этапе решили пойти за ним. Он говорит, разденьтесь, нам не надо делать. Не надо. Не надо. Он говорит, разденьтесь и ногими войдите в церковь. И расскажите всем про вашу веру. Вемасуэдзе. И эти двое ребят сделали так. Эмамду муля нашим, шеем экиру вахаю там йом-йом. И это люди, с которыми они жили ежедневно и знали друг друга. А маамад челахэм боото рега нафаль. Они, каждый из них был с почетных семей, но в тот момент их социальный статус упал ниже плинтуса. Так шеву эзэ бушазэ. Можете просто на минуту представить, какой страх, какой стыд был вообще. Вымаши Леон Амар, анахну лё црехим ласот эдзэ. Нам не нужно этого делать. А никуда по. Но момент, который я хочу подчеркнуть. Так шебы надам, авар это давар азэ. Когда человек прошел вот это крушение своего эго, своего статуса. Его уже в тот момент ничего не интересует, что о нем думают другие. В этот момент он просто превращается в свободного человека. И он после этого всю свою последующую жизнь становится свободным вне зависимости от того, что о нем люди скажут. И он может говорить свободно, и думать свободно, и делать, что он хочет свободно. Сокрушение своего эго, своего маамад, своего надуманного статуса. Это высвобождает. Лёс там Иешуа, кше цальву ото. Не случайно, когда написано про Иешуа, когда он был распят. Оя мушпаль меод лифнезе. Написано, что его до этого избили и голову повесили на кресте. Оя мушпаль легамри. Его просто унизили. Вазашпаля азот. Написано, унижен паче других людей. Ашпаля азот, но тенет хофиш атиди. Но с другой стороны,
Когда человек доходит до такого уничижения, потом оно дает ему совершенную свободу. Я надеюсь, что вы улавливаете тот смысл, который я хочу вам передать. Наша проблема, что мы не свободны. И у нас есть очень много страха даже немножко быть униженными в глазах других людей. И я уверен, что каждый из вас может легко описать ситуацию, в которой бы он не хотел бы оказаться. Ту ситуацию, в которой бы он мог бы показаться другим людям униженным. Это наш настоящий страх. И это тот страх, который не позволяет, который заставляет нас нарушать те принципы, которые мы взяли на себя как ученики Иешуа. И у меня есть вопрос, или большой вопрос, как же избавиться от этого страха, от этого осуждения, от этих оков? И единственный выход во всем этом деле — это Святой Дух. И сегодняшнее недельное чтение по Новому Завету, которое было всем предложено читать, Деяния апостола, вы примите Дух Святой и примите силу. Это то как раз центральное, что Иешуа говорит. Я хочу прочитать этот стих. Зе Масе Шлихим, Перек Эхад, Пасук Шмоне. Это Деяния апостолов, первая глава, 8 стих. Но когда сойдет на вас Святой Дух, вы получите силу и станете моими свидетелями в Иерусалиме и по всей Иудее и Самарии и до самых пределов земли. Когда Дух Святой придет, вы получите силу. Что такое сила это? Это та сила, которая внутри тебя, наполняя, освобождает от таков самоосуждения или вот этой вот вины. Это то, что дает тебе сверхъестественную и силу, и помазание, и переживание, чтобы тебя не ограничивала сила своего самоосуждения. Потому что тот самый Петр, который после раскаяния побежал и занялся опять рыболовством и как бы отошел от дел, после того, как он наполняется Святым Духом, тот же самый Петр и тот же самый Иоанн, которые были в страхе и скованы, они вдруг опять выходят и становятся, и опять стоят перед теми же самыми людьми, которые знали Синедрин. Они стоят перед тем же Синедрионом, перед тем же Каиафой, которым тогда они стеснялись сказать слово. Они стоят напротив них всех. Если до этого, буквально несколько недель до этого, Петр боялся и говорил: я не знаю его, я вообще не понимаю, кто этот человек. Написано, он провозглашает напротив этих людей совершенно другие слова. Омер, кен, они тальмид шель Иешуа. Он говорит: да, я ученик Господа. Они стовавти торбев, они эд леколя масим шеваса. И я свидетель всем тем великим вещам, которые его руки совершали. Они эд лезе ше Элоим эким ото мина мети. И я также свидетельствую вам о том, что Бог воскресил его из мертвых. Они эд лезе ше айом акоах шель Иешуа. И я сегодня свидетельствую вам, что сила Иешуа исцеляет больных. Тот же самый Петр. Тот же самый. Что-то изменилось в нем. Ответ единственный — это Святой Дух, который наполнил его и дает ему силу.
Мы спрашиваем себя, так что же с нами? Они шоли тацми, макурей. Я часто спрашиваю, что же мне делать? Есть ли рух кодыш, ой? Есть ли у меня Дух Святой или нет? Лама они мифахед лягид маш. Почему я боюсь говорить чего-то или открывать рот? Чтобы надам немца, мы от коровы Элоим. Когда человек находится близко к Господу. А рух кодыш поэлит. Рух кодыш, Святой Дух работает внутри. ואין שום דבר שיכול לעצור אותו בן אדם. И нету ничего, чтобы могло останавливать такого человека. תחשבו קצת על נביאים. Пожалуйста, вспомните пророков, о которых записано в Писании. הם היו עושים דברים מטורפים. Они делали часто вещи, которые нормальный человек в жизни бы не подумал бы такое сделать. А им היו מתביישים? Был ли у них стыд или страх? А им בכלל חשבו? Эх, истоклю вы моя гиду. Думаете, они в этот момент начинали раздумывать, как на меня посмотрят люди? Эхад мя невии моя царих лакаха цоа, вляхин мемена машу. Писание говорит, что один из пророков по слову Господа должен в знак для Израиля о распущенности взять испражнения коровьи и сделать из них чего-то. ולשבת ליד זה, ולהראות את משהו. И показать всем людям, что вот, посмотрите вот на это. זה משהו מטורף. Это было сумасшествие, руками перед людьми, это просто... אבל כשרוח הקודש בפנים. Но когда его наполнял Божий Дух. אז הוא לא חשב. Он даже не думал об этом. רוח הקודש נותנת כוח. Святой Дух дает силу. לא רק לעשות משהו. Не только делать чего-то. Или лясот это бэтмада. Но делать это не смотря на сопротивление. Лясот это бэтмада, кломар каву, лямших. И делать это постоянно. Им бэтхала нахну дебарну аль эмоцию. Если мы вначале говорили об эмоциональном фоне, когда Петр говорит, я пойду и сделаю, а потом он бац и смотрит. Кломар машу, пшу. Боже, тороце лясот. Поднялась, я хочу, очень хочу. Осе дзе зман кацар, вазакольник ма. Там несколько раз ты сказал, да, да, я вот это вот обещаю, я это вот буду делать. Раз, два, три сделал, потом проспал и все. Рух акодыш, но ты не так мана. Но когда Дух Святой наполняет тебя, тогда ты берешься и в постоянстве делаешь то, что ты начал делать. Вани, я чам руце, пашут леодед, отхем. Гам это манигим. Ободрить каждого из вас, не только лидером, но и всех. Улай филу манигим бы миюхан. Гам это цми, гам это леон. Но также лидеров, которые отвечают за группы, или за молитву, или за то, может быть, и особенно... И арбе паамим анахну мистаклим ахора, вы омрим, вау, па мою эмоцию, такша вен эмоцию. И мы смотрим назад и говорим, вау, раньше у нас были какие-то вещи, и они были эмоциональные, сейчас эмоций нету. Валь руах акодыш, он отен ле рак эмоцию. Ле эмоцию. Святой Дух, он не только эмоции дает. Он отен леха леасот дворим. Он дает тебе лемешек звонаров. В постоянстве делать какие-то вещи. Лямших ве лямших. И ты делаешь, и делаешь, и делаешь. Вле арба эмоцию. И у тебя нету какого-то фона. Он отен атмада. Но ты с радостью это делаешь. Вземачу шехо ле оде дотану. Это тоже должно ободрить нас. אם אנחנו רואים שאנחנו כן מתמידים, אולי מאוד קשה לנו. Если мы видим, что мы да придерживаемся, и пусть нам тяжело. אבל עושים את זה, פעם אחרי פעם. Но мы делаем и постоянстве делаем что-то. זה יכולה להיות עדות על רוח הקודש. То тогда все это становится свидетельством того, что Дух Святой в нас что-то или через нас что-то делает. אז ישוע אמר, תקבלו כוח. И так ישוע говорит, примите силу. ואתם תהיו Эдай. И вы тогда будете свидетелями моими. Мазалиот эд. Что такое быть свидетелем? Мазалиот эд, тагиду ли атем. Знаете, что такое быть свидетелем? Как ваш? Что вы думаете на эту тему? Мазе эд, мизе эд. Что такое свидетель? Присутствовать о том, что ты сам видел. Присутствие. Свидетель того, что ты видел, хорошо, или что ты переживал. Зефе эд, маше осе. У, мы сапет, это маше ура. То, что ты видел, то, что ты переживал, об этом ты говоришь. Эд ли фами муган кмо маген. Осе агана. И свидетель, он часто является защитником. Аз ишу омер, им рух акодыш, тем црихим льет эдай. И когда вы будете иметь Святой Дух, вы станете моими свидетелями. Что мэрит, у мы сапэм итану, шенухаль лидабер, лянашим, велесапер, аля хаим ше Ишуа. Дерзновенно говорить об Иешуа и о том, о чем он
дал нам говорить. Аля лимучило, аля имуна. О его учении, о его понимании. Вы им мишу, мы населит ков, а занаху цехим лаген алав. Но когда кто-то хочет атаковать это мнение, но ты имеешь Святой Дух, у тебя есть сила стоять и противостоять. Там зухрим еще амар, ше пам и котхем, вы явили лебатей кнесет. И написано, что Иешуа сказал, что однажды вас приведут перед судилище и будут обвинять вас. Но вы будете иметь Дух Святой, который поможет вам говорить и противостоять. Он даст вам слова. Он будет давать вам силу и помогать вам делать вещи, которые связаны с верой. אז מה שאני רוצה לקרוא לכם היום. И то, к чему я призываю вас сейчас. וזה בדיוק אולי טוב לפני סעודת האדון. И это, наверное, здорово сделать перед тем, как мы примем вечерю Господню. תחשבו, האם אנחנו מקבלים אשמה כשאנחנו עוברים את העקרונות שלנו? Пожалуйста, вздумайтесь о своей жизни. Получаете ли вы осуждение, когда нарушаете какие-то из тех принципов ученика Иешуа, который вы приняли на себя? Или ты как бы ничего вообще не чувствуешь? Я советую вот таковым людям еще раз покаяться, просто помолиться. ואם יש אשמה ואתה לא יכול להתגבר עליה. Если есть осуждение, ты не можешь справиться с ним. אני רוצה שאנחנו נתפלל ונקרא לרוח הקודש. Надо помолиться и призвать Дух Святой. שייתן לנו כוח להיות עדים. Чтобы он дал нам силу быть свидетелями. לעמוד בעקרונות. И быть свидетелями, стоять в принципах. ושהכי חשוב, יוריד לנו את הפחד החברתי שיש. И чтобы самое главное, по крайней мере для нас сейчас, снял с нас оковы страха и самоосуждения. Вы они эти филу улай роцеше кама нашим это полилюйзе. И я предлагаю вот сейчас помолиться таким образом. Илюше кама нашим это полилю. Лора кани. А чтобы несколько людей на эту тему помолились за кагаль, не только я. Окей. А так. Они. Во, на кумкулян. Давайте мы все встанем. Авину Малькейну. Небесный Отец. Они батуах шамили маэлю, мы добрим ля нашим. Я уверен, что многие слышат эти слова и воспринимают их. Ванахну акшам вам димгам лифны саудата адон. И мы сейчас стоим перед вечерей. Валифамим анахну афилю лён не скарим. בדברים האלו, כשאנחנו לוקחים את סעודת האדון. И часто мы даже не думаем, что мы сталкиваемся с самоосуждением и с недостатком Святого Духа, когда мы приходим к вечере. אנחנו לא חושבים על זה ששברנו את העקרונות שלנו. Мы часто даже не думаем, что мы нарушили принципы, которые ты дал нам. ואז בעצם בגדנו, כמו שמעון בגד. И по сути, когда мы нарушаем эти принципы, предаем тебя, подобно как Петр предал. אבא, אני מתפלל ומבקש. И я молю тебя, Небесный Отец, что им אנחנו לא מרגישים שום משמע ועושים את זה יום אחרי יום, פעם אחרי פעם. Что если мы нарушаем принципы и ничего нас не волнует, просто даже не думаем об этом. אני מבקש שתעזור לנו לחזור בתשובה. То я прошу тебя, помоги такому человеку действительно покаяться и вернуться к тебе, вернуться в стан твоих учеников. אני מבקש תסלח. Прости. ותעזור לכל אחד כזה, להיות באמת אמיתי. И быть верующий, настоящий свидетель. ללכת לפי עקרונות. Чтобы каждый из нас мог ходить и придерживаться тех принципов. לחפש אותך. И искать тебя. אבא, אני מבקש. Я прошу. תעזור לנו. Помоги нам. כי אתה זה שסולח. Ты тот, который прощает. אתה זה שנותן כוח. Ты тот, который даешь силу. אתה זה שפשוט מוחה את האשמה הזאת. Ты тот, который стираешь это осуждение. אני מבקש על האשמה, אם יש לנו אשמה. И если у нас есть это осуждение. אולי בגלל האשמה הזאת אני לא יכול לעשות כלום. И может быть из этого осуждения я вообще ничего не могу делать. אני מבקש, תן כוח של רוח הקודש. Дай силу от Святого Духа. להתגבר. Преодолеть. לצאת החוצה. Выскочить. Наружу освободиться Валифоль. И трудиться. Аллилуйя, Адонай, я прошу во имя Иешуа. Если кто-то хочет еще помолиться с Бамы отсюда вслух на эту же самую тему, пожалуйста, вы приезжайте. Небесный Отец, я прошу тебя за всю общину.
И я молю тебя, Господь, миаль, больше, чем мы понимаем. Дай нам помазание Мируаха Кодеш от Святого Духа. Написано, больше, чем мы можем разуметь, постигнуть со всеми святыми, что есть высота, широта, глубина, превосходящее разумение, любовь Машиаха. Помоги нам наполниться сверхъестественно Святым Духом. Обнови в нас Мишиху и просто разорви оковы стыда и страха. Я прошу тебя, Господь, сделай нас как бы на дам хадаш, новый человек в Иешуа. Тот, который стоит и видит призвание и борется за это призвание, наполни нас Святым Духом. Мы ничего не хотим имитировать, мы ничему не хотим подражать. Нам не надо образцы, которые показывают по разным телевизионным каналам. Нам ничего это не надо. Мы хотим пережить, как люди, живущие сегодня в Эрец Исраэль, пережить наполнение от Руаха Кодеш, чтобы больше, чем премудрость человеческая, премудрость Твоя воссияла в нас. Прошу Тебя, Господь.